Всем привет, товарищи! Собственно, весна в России – дело непредсказуемое. Я иду на почту для того, чтобы получить посылку, для того, чтобы снять видео и рассказать о ней вам. И я не могу попасть на почту, потому что уже третья дорога к почте. Собственно, вот как-то так. Давайте уже посмотрим, что нам там приехало. Е-бой! Собственно... Как-то так. А я все еще продолжаю свои. Будет эпично, если я сейчас упаду. А я сейчас упаду, бля. Хомуха. Да. Я не знаю, короче. Еху! Я это сделал. Ливневые канализации? Не слышали. Короче, собственно, чтобы вы понимали, да, масштаб трагедии. И это как бы везде так. Опаньки! А тут все перерыто. Топчик, получено. Ну вот и пришел я с почты. Давайте посмотрим, честно, без понятия, что там находится. Если посылка, надо непосредственно снимать видео. Ну что ж, быстренько откроем. Здесь какой-то скотч. Может быть, его уже кто-то открывал. Без понятия. Но меня это по большому счету не волнует, потому что ничего здесь дорогостоящего, скорее всего, нет. А если нет ничего дорогостоящего, значит, в принципе, это не должно вас волновать. Ну и в большей степени видос ради видоса, скорее всего. Опа, да, вот теперь вот так вот присылают нам кипчули, да? Вы видели сейчас, в какой кепке я был, а это приехала непосредственно новенькая. Новенькая кепка. Кстати, друзья, по поводу кепок. Я неоднократно беру кепки себе в каждый сезон, уже второй или третий год, и не только себе. У одного проверенного продавца, ссылка будет в описании. Кепочка ХБ, это хлопок, хорошо сделано. Упаковано, иногда приезжает в такой пене, иногда приезжает вот в такой карабульке. Прикольно. Как минимум хорошо. Выбрал непосредственно себе вот такую вот серенькую. Есть несколько расцветок. По ссылке в описании можно пройти и непосредственно ознакомиться. Что у нас здесь по 100% катон. А телефонный звоночек, соответственно, нам помешал. Что говорить-то? Принты хорошие, вышивка вот это все вообще крутая. Как в Китае делают за 3-4-5 долларов кепки, которые у нас стоят порядка там, ну, короче, в 10 раз дороже. Я не понимаю. Они еще за эти деньги вам бесплатную доставку. При этом доставка реально 7 дней из Китая. Ну, круто. Продавец проверенный, как бы ссылки в описании, 100% катон. Ну, а я сейчас покажу, как я в ней выгляжу. Ну, вот, собственно, и сама кепочка. Выгляжу я в этой кепочке вот таким вот образом. Кепочка отлично села. Ну, и тут, если не села, то, соответственно, есть регулировка под размер вашей головы. У меня, по-моему, 54 или 56. Так что вот такие вот дела. Подписывайтесь, комментируйте. Видос такой проходной, да, как говорится, неинтересный, но все равно видос. Пиши, что супергерой, если досмотрел до этого момента, обязательно проходи наш чат в Телеграме, туда я скидываю иногда интересные акции распродажи и все, что с этим связано. Ну и совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока!